Вооруженные силы Турции уже давно активно и тесно взаимодействуют с азербайджанской стороной в оборонной сфере. То есть в определенном смысле мы уже давно присутствуем в Азербайджане. Теперь же через парламент прошел проект указа об отправке военнослужащих на Южный Кавказ. Это значит, что мы будем присутствовать в Карабахе в качестве части мониторингового контингента. Как передает канал 13, об этом сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу НТВ. Он также отметил, что ни НАТО, ни ЕС фактически не выступили с конкретными и реализуемым предложением по Карабаху, тогда как Москва и Анкара смогли достичь взаимопонимания по урегулированию 30-летнего конфликта. По словам Калына, задействование турецких военных в наблюдательной миссии по Карабаху является также стратегическим успехом Запада, в том числе Европы. «Турецкие военные – фактор баланса в Карабахе, Сирии и Ливии», – подчеркнул пресс-секретарь. Он сообщил о продолжении переговоров с Россией по созданию и деятельности мониторингового центра по контролю за перемирием в Карабахе. Завершен первый этап диалога, в котором участвуют представители Минобороны, МИД и спецслужб. Москва проинформирована о позиции Анкары. В ходе диалога в ближайшие дни определятся местонахождение и принципы работы центра, а также ответственность сторон. Турецкие военнослужащие так или иначе будут в центре по Карабаху, констатировал Калын.